Ну, для начала, не знаю, собаку завести, кошку, чтобы кто-то тебя ждал. Потом замуж выйти, детей родить. И тогда ты будешь думать: Господи, я была самым счастливым человеком. Когда меня никто не дергал, никто не будил по утрам, я такая была одинокая и, оказывается, счастливая. Поэтому все относительно в этой жизни. Поэтому цените момент.